Одинцовские единороссы подарили новую искусственную елку детскому саду номер 82. Мероприятие прошло в рамках проекта «Новая школа» и акции «Добрые дела». Ранее с просьбой помочь в установке главного символа Нового года к партийцам обратилась директор дошкольного учреждения. Одинцовские партийцы вместе с депутатом Московской областной думы Дмитрием Голубковым ранее также привезли подарки в детскую поликлинику.